За два месяца 2017 года в Якутии отловили больше 1000 бродячих собак. Эту информацию огласила руководитель департамента ветеринарии Лариса Макарова на сегодняшнем заседании правительства республики по вопросам регулирования численности безнадзорных животных. По данным отчетов из 23 районов республики, с начала года в регионе отловили 1278 собак, что больше аналогичного периода прошлого года. Также участники обсудили освоение субвенций, выделяемых на эти цели, и порядок их оплаты. Муниципалитеты должны заявлять суммы при возникновении денежных обязательств. Для этого ежемесячно нужно предоставлять отчеты по проведенным мероприятиям. Однако не все районы это делают. Также с этого года отказались от сезонных месячников по отлову животных. Нужно сказать, что, конечно, положительные стороны их много, достаточно много. Все-таки мы видим, что количество безнадзорных животных уменьшилось, во-первых. Отношение общественности, отношение ответственности владельцев самих все-таки повысилось. Нужно сказать о том, что пункты передержки, хоть худо-бедно в каких-то улусах работают очень достаточно хорошо. Это значит, уже все-таки укусы, вот сейчас у меня этих данных нету, но укусы мы точно знаем, что они гораздо меньше по динамике, чем в те годы.